Всем привет, с вами я, Джек Бертон, и это программа «Автообзор» на канале «Плей Дальнобой». Сегодня мы хотим поговорить вот о такой замечательной машине. Она называется «Скания», серия «Понька». Хотим поговорить с водителем вообще, что это за аппарат такой, как он вообще себя ведет, что это такое, можем на нем ездить или нет. Пойдем посмотрим. Понечка! Здрасте! Ну, можешь что-нибудь рассказать? Расскажи, что это за автомобиль вообще? Что он из себя представляет? Почему он такой тесный? Как на нем можно вообще ездить? Ну как, жизнь заставляет. Не-не, пизжу. Сначала, как тебя зовут, расскажи? Зовут меня Леха. Зовут тебя Леха. Отлично, Леха, расскажи, что за аппарат вообще? Где мы находимся? Нравится тебе, нет? Хоба, полтинник. Если сравнивать с клитером, то неизвестно, что блин. С клитером, который был в первом выпуске, да? Да. И моем бывшем. То? Чувствуется то, что тут не хватает места. Ясно. Смотри, с очки попиваешь, да? Вкусно стоит. Что это там, холодильник? Нет. О, блин. А что такой маленький, больше не уезжает? Не уезжает, там много. Это подстаканник, да? Нормально. Это пепельник. У меня такого не было в скане. Ничего. Вкусноватенько. А тоже вот это вот поднимается, да, как у меня? Ого, нихуя себе. Нормально. Вернее, не как у меня, а как у меня когда-то поднималось. Я говорю, как пенсионер ловелас, который когда-то всех подряд чпокал. Расскажи, что за кнопочки вообще, вот это вот, что за дырочка, сколько скоростей, как пользоваться этой коробочкой. Тоже долго приезжал. А, она также тоже опускается, да? Как на скрин, только назад. И как на эрке. А на джишке вперед. Никак. Ну тут обычно. После Рено непривычно, то, что тут всего их. А в Рено сколько? А там-то она же ЖЗП 16 пенчатый. А тут всего их 12. Ну, хватит тебе. А что, пепельница? Ну, да, там. А, ты уже там нагадил, да? Да. Нормально. Так, что тут еще есть? Кнопок полно, смотрю. У меня всего одна кнопка. Рассказывай. Ну, тут все понятно. Это... Вот это вот эротический свет, которого нет, да? Не эротический, а интимный. Он работает? Да. Скажи. Нормально, хоть какая-то эротика в машине. Вот а? Так вот. Все, интимный свет. Все понятно. А это что? Подогрев зеркал? Естественно. А это кто? О, а это ну, понятно. Все. Это что, автономка, да? Автономка, печка. А это что за икон? Икон? Не знаю. Так, ну тут все понятно. Подогрев топлива. Есть. Подогрев топлива или фильтра грубой очистки, то бишь сепаратора? Понятно. Ну что-то греет. Понятно. Так, ну тут тоже кнопка. Гляди, мы еще тут не разобрались, это что за херня? Ну это ось. Что? Что с ней надо делать? Типа. Короче, все Ретану. Два колеса сразу крутятся, да? Нет, не одна. Так, эту хуйню отключать. Эту хуйню. Чтобы этот не буксовал нас, не душил машину. Она еще так, и так может. Там еще есть кнопки. Подушки отпускать, поднимать. Какие подушки? Мне ни хрена ничего не понятно. У меня был пульт отдельно. Он у тебя есть под сиденьем слева? Тут все здесь. А-а-а. Отпускать и поднимать. А говоришь понятно. Тут это типа. Это типа моторный... если пукнул, нажал и вот это. Ну почти. Это типа моторный тормозамедлитель. Включается и автоматически работает при нажатии на тормоз. Это все понятно. Это горный тормоз, типа что ли? Ну типа да. Он автоматом работает от тормоза. Я понял. А вот следующий цена. Это как на примере вольвовских движков. Когда они заводятся и прогреваются, сами себя дуют. Сами себя дуют? Ну да, он тяжело так начинает перегреть. На клиторе такое. Покажи. Вот. Ну как не дует, попробуй заведи. Сгорелось.
это обычно. Ну, сейчас машина прогрета, он не будет. А, сейчас не будет. На следующий это круиз, да? Ну да, он включен. Вот. Ну и расскажи вообще, как эта машина себя ведет? Как, можно на ней ездить, не можно? Можно ездить. Чем она хуже клитера? Чем? То, что потолок низкий. Но это все-таки понька. Скажи спасибо, что эта понька еще такая. Да. С крышей. А то бы ты тут сидел, так, бы упирался. Жестковато после ремонта. Неужели это настолько полное говно, то что здесь никаких плюсов вообще нет? Плюсы есть. Печка тут вообще без заусна, чем. Печка шикарная. Пламя адаемое обжигает мою. Да. Автономка. Я не знаю, как там это механик. Но тут она непосредственно расположена в районе яиц. Прям под столб. Ну, она с той стороны. Прям под столб. Ну, она везде так расположена. В общем, затыкаешься на ней как можешь. Ну, там засасывает, там выплевывает. Это вообще, это... Не знаю. Ну, ты бы сел обратно на клитор? Да. А если бы тебе дали более просторный сканин, например, джишку или эрку? Все-таки есть разница какая-то? Ну не знаю, из-за спалки, из-за этой где-нибудь. Ну спалка, да, бедовая. Даже с моей комплектацией это типа мало. Сколько тебе лет? 22. 22 года. Ты давно на фуре работаешь? 3-4. А тебе нравится? Это была твоя мечта или как? Нет. Но до того, как я пошел служить, у меня даже в мечтах не было такого, что вообще слишком что-то. Ну, почему именно фуры, я не понимаю. Чего вот на автобусе нельзя было пойти работать, автобусником был бы, газелистом каким-нибудь. Не знаю. Чего-то мне там не дать. Ну, какие-нибудь пожелания есть людям? Таким же молодым, как я. Ну и не связываться с этим. Почему? Зачем это? Ну смотри, за эти два года ты купил себе тачку. Новую, я так понял, да? Бушную. Бушную. Новую Кузин, за сколько ты ее купил? Полмиллиона. Полмиллиона. Ты ее в кредит взял или так купил? Ну. А где еще можно заработать за полмиллиона, чтобы купить просто взять тачку в 22 года? Скажи мне, пожалуйста. Разве это не стимул молодым пацанам пойти и зарабатывать? Тем более, если нет семьи, то ее нет, я так понял, да? И вот, вот еще один минус. Ну, свяжешься и никакой личной жизни нет. А, есть еще и плюс. А если свяжешься с личной жизнью, то никаких бабок не будет. Тут как бы выбираешь из двух зол одно. Вот и думай, на чем бы ты сейчас ездил. Вернее. Ты бы ездил, на чем ты там что-то себе купил за полляма, либо на тебе ездили. Так что выбор очевиден. Дальнобой, ребята. Ладно, Лёва, давай тогда. Спасибо тебе огромное за обзор. Я надеюсь, мы ничего не упустили. Тачка вообще бомбовая на самом деле. А купил бы себе такую машину? Короче, судя по Лёхе, это полное говно, а не машина. Хотя, в принципе, по надежности она... Просто я слышал, что ты... Все соки из нее выжимаешь. Все, можно еще больше. Ну вот. Но вот за месяц вот прошел почти 20 тысяч. Без поломок тот болт в колесе был. Ну это же не поломка. Ну скажи, какими наркотиками балуешься, чтобы по 20 тысяч в месяц ездить? Так. Дома давно был? Дома был, да. Новый год был дома. Ну, Новый год, это все нормально. Короче, не понравилась эта тачка Лёхе, что говорить. Ну, тесная для него. Конечно, если бы он сел сюда после КамАЗа, он был бы рад до ужаса. Но так как он сюда сел после клитора, его это не вдохновило. Ну что ж, а мы пойдем дальше цеплять другие машины и рассказывать вам про них вкратце, что водитель чувствует и думает о них. С вами был я, Джек Бертон, это программа «Автообзор». Подписывайтесь на наш канал. Всем адиос!